Всем привет, с вами как всегда Драйвер 51 Рус. Значит, сегодня у нас будет на обзорчике мод ГА-66, автор мода Рони. Мод, ребята, приватный, пополнить приобретение данного мода. Ссылочка будет под видео на канале. Проходите, пишите Рони Роману и по поводу приобретения общайтесь с ним. Вот, поедем на полигончики сейчас. Давайте вот загрузим автомобиль. Вот такой, ребята, ГА-66. Значит, давайте заведемся. Обалденная моделька. Сейчас мы на солнышко, давайте увидим. Свет, сигнал, пароискатель работает, да? Так, давайте встанем тут, посмотрим. Внешний вид прикольный. Вот табличка знака, сделанного в СССР. Знак качества, да? Давайте посмотрим, тут присутствует, естественно, анимация. Ух ты! Подняли чувака вместе с кабиной. Анимация, ребят, присутствует броневиков, карданов. Так, опускаем кабину. Открывается анимация и дверей. Также, ребята, вид из салона на водительском месте. Анимация руля присутствует сейчас. Вот. О, ребята, анимация спидометра, стрелка прыгает, смотрим. Воздушный, ладно, закрываем капот, кабину, опа, прикольно, значит, присутствует анимашка. Так, давайте пробежимся по колесам, опять же, колеса обалденнейшие, просто сразу давайте поставим такой вариант колес, прикольно. Диски поменяли тут немножко такие. Видите, куда стоять. Вот такие расширенные такие колесики прикольные. Так, дальше шоссеечки, ребята, есть. Ну, тут вообще нормально. Вроде как не развернем его. Табличка какая-то на лобовом стекле, не вижу. Техосмотр, наверное. Так, ладно, по колесам дальше идем. Колеса, ух, идем батком. Колеса вообще. Колес миллион. Старые колеса еще есть. Вот такие. Так, ну ладно, давайте колеса сейчас. Нарядный я поставлю тут. Блин. Колес. Вот такие поставлю. Так, ну ладно, давайте побежим по аддонам. Значит, присутствуют, ребят, фары. Такие ставятся. Ладно, эти снимаем. Противотуманочки. Блин, синхронизация у нас стоит. Сейчас куда-нибудь отъедем. Все работает. Есть противотуманочки. И давайте включаем день. И погоним по аддонам. Наверное, надо будет нам на лесоповал. Давайте прокатимся сразу. Сразу прокатимся, сразу будем грузить.
когда там у Романа куча своих грузов наверняка по любасу. Так, давайте сразу ставим запаску, побежим с запаской, значит, что у нас ставится, что у нас грузится. Так, давайте, бочка. Дает она у нас 400 ремонтных очков, прикольно выглядит. Офигенная бочка такая. Так, давайте дальше. Скидываем бочку, ставим кузов один. Кузов один. Естественно, анимация для экспорта присутствует. Все как положено. Так, и грузится пеньки у нас сюда. Одну очку загрузки. Прикольно. Аддонов, ребят, море, поэтому будет стараться побыстрее. Второй кузов. Значит, ребята, грузится у нас 2 очка загрузки. Такие бревна. Скидываем дальше. Топливо. Цистерна у нас идет. Естественно, смотрите. Антистатик вот такой. Цепок болтается. Все как положено. Что? 800 литров. Так. А, ну тут еще ставится выхлоп, ребята, тут передний. Один. Так, выхлоп второй, это у нас что нужно? Маячки. Впереди. Так, маячки. И где? Вот они. Маячки. Давайте второй выхлоп попробуем. Где он есть? Вот он. Есть различные таблички. Ставятся. Так, маячки снимаем, где он есть. Так. Погнали дальше. Все, ребят, на русском языке тут уже переписано. Так, фургон. Так, защита кабины, ребята, есть. Вот оно. Запасное колесо. Так, нам надо цистерну снять. Нет, есть. Так. Снимаем. Так, будка хлебовозная, ребята. 500 ремонтных очков. Обалденно смотрится. Шикардос такой. Классно. Так. Скидываем краны, ребята. Есть тут еще. Так, что там для крана надо? Запасное колесо убрать и защиту кабины. Так, защиту кабины. Сейчас вот можно заблудиться. И запасное колесо. Так, кран. Кран ты где? Кран. Вот он, ребят, кран такой. Давайте глянем. Что-то надо тут делать, наверное. Что делаю? Не знаю. Пока. А, ух ты, опора убегается одна. Так, сейчас мы все это дело сделаем. Так, ну-ка. О, блин. Каждую опору можно регулировать, ребята, выставлять. Так, вторая. Так, ага. И то стрела. А, это стрела, ребята, выезжает. Дальше пошла. Так. Вот опоры. И вот лапы у нас, да? Опа. Подняли одну лапу. Вторую. Должно быть, качает его. Поднимает машину. Так. Дальше что-то у нас еще надо. Это у нас, наверное, вниз, это вверх. Свет, ребят, есть на стреле. Ой. Свет. Лево, право. Все работает. Цеплять он не буду ничего. Давайте так просто ради интереса зацепимся. И что-то зовется, ё-моё. Ладно, все. Короче, есть.
вернуть кран. Давайте вообще снимем. Так, кунг, ребята, прикольно. Всего там даже, смотрите, стекла все как надо заглянуть, это можно. Ну так, эти, ну, смотрите, там сидушки стоят, даже внутри все, ребят, проделано все обалденно. А он, интересно, ничего не грузит? Нет, только так. Так, скидываем кунг. Так, а мы же с запаской, да, пробовали одну накрывать. Сначала с запаской все пробили. Так, хлеб мы пробовали. Вау, вот он такой. Блин, соседи что-то светят на этих людей. Так. Кунг-2. Уже тут по функционалу услышал ремонт. Дальше цистерна с молоком, ребята, есть. Что он дает? 500. Все, тоже брызговички. Все болтается, все клево. Да, старенькая такая цистерна. Так, цистерна была, да, где она есть? Вообще такая обильная, второй зуб, гаражные части, ребята. Двачка гаража тоже. Интересно, анимашка будет для веков. Текстурки. Это, опа! Опа! Ох, ребята, тут солдатики грузятся у нас. Там еще есть прицеп. Ну а давай на прицепы пробежимся отдельно потом. Так, нормально. А, вот табличку люди можно поставить на прицеп. Мы людей видим, солдатиков. Оп. Все, быстро, уже быстро. Отвал. Ух ты, ядрен батон. Даже отвал есть. Прикольно, отвал. Три. Ну-ка. Вверх, вниз. Дела. Короче, он еще и гребет как трактор. Вот это прикольно. Так, ладно. Блин, сейчас я вот сейчас запутаюсь, что я тут ставил. Так, цистерна, защита, руль. Что поставил-то? Фишки разбить. А, гаражные части, вот они. Гаражные части. Блин, так, гаражные части 2. Опа. Во, тоже прикольно. Тоже двачка гаража. Блин. Давайте. Ничего не грузится. Ой. Е-мое, я точно сейчас запутаюсь. Так. Вахта. Да, берем потом. Подвисла. Вахтерка, посмотри, что это мы без запаски, давайте. Так, багажник ставится, ребята, на крышу такой. Огнетушитель с канистрами. Вот, 150 литров, 10 литров ремонта. Там мы ставили сейчас багажник. Канистра в салон, 50 литров. Дверь не знаю, точно. Вот она. Открываем, есть такое дело, канистра, книга, вон она лежит, ребята, на этом, книга по руководству, эксплуатация автомобиля от Шишиги, так, ладно, есть такое дело, ну, блин, роман тут, лебедка, ребята, ремонта. Так, лопата. Лопата, давайте поставим, тут будет. Табличка люди, это гаражные части. Это где мы солдатиков сажали, да? О, пассажира можно посадить, ребят. В чем-то дает забыть. Пассажир у нас. Просто пассажир. Ну, в принципе, можно сюда было что-нибудь прописать. Шторки. А, вот. На задние стекла сюда, ребята. Из салона шторочки можно повесить. Оп, не видно ничего. Прикольно. Утеплитель на морду. Есть.
такая штука. Ладно, недорого. Это с кузовами надо ставить. Давайте поставим кузов, подвижим. Раз, и ведро найдем, где оно есть. И ведром. Все, ребят, отлично, ведро есть у нас. Ведро еще и болтается. Ой, пассажир там, ребят, болтается, смотрите, анимация есть. От пассажира. Такой брат-близнец, короче. Только кепка задом наперед. Так, ладно, пассажира оставляем, пусть будет. Так, скидываем кузов и ведро сразу автоматом бьется, да? Так, мы дальше идем. Лопата, кабинчика, маячки, шторки, утеплитель, ведро, вентилятор, ребята, в салоне. Есть с анимацией все, вот он, видите. Крутится, даже давайте вот на место водителя. О, все. Кондиционер. Древний кондиционер, скажем так. Раньше не было кондиционеров. Вентилятор, ладно, пусть будет. Так, защита фар у нас есть еще. Вот такая. Прикольная, кстати. Так, ну-ка, и стопудово она открывается, я так думаю. Так, капот 3. Защита фар. Чпок. Вот. Все. Прикольно, защиту оставляем. Так, гараж. Так, дальше ТСАФ. ТСАФ, это надо второй руль. Ага, а где у нас второй руль? Второй руль. Так, это должен быть вот это второй руль. Сколько, блин, рома тут аддонов? Мама не горит. Пока не вижу. Что-то я или я куплю, или не вижу. Пушка. Ого. Где-то он есть, сейчас мы найдем. Вот, второй руль вообще где-то. Так, руль пассажира надо выкинуть. Хотя можно было бы его, конечно, ставить. Пассажира-то. Так он рулил. Так. Я его покажу. Берем потом полотон. Так. Ну, Рома, специально запутать, наверное, меня хотел. Так, второй руль есть, ребята. Второй руль. Что я там смотрел? Доса. Оп. Есть такая балда. Ставится буква У, ребята, смотрите. Учебный. Вот еще у пассажира туда. Наверняка анимация есть, наверное, у нее. Конечно. Смотрите, вторая рулевая колонка. На учебной машине все шевелится обалденно. Ладно, убираем вторую руку. Где он есть? Сейчас опять не найти будет. Вот он, он есть, убрали вторую руль. Досах, огнеопасно, что такое. А, табличка на дверь, огнеопасно. Это баллон у отвал. Мы смотрели самосвал. Давайте самосвал поглядим. Так, что тут надо? Закрыть. Загрузка. Камни. Бамс. Опа. Нормас. Тоже брать 9 кил сзади. Все, что волькается, да? Опа. Давайте, ребята, уже анимацию бортов не буду смотреть. Наверняка и анимация бортов есть по-любому. Так, снимаем самосвал. Ставим второй самосвал. Вот, тоже. Замахал грузовичку. Прикольно. Камни 2. Тут тоже загрузка. Одну очку без загрузки. Так, самосвал скидываем. Да. Бортовой прицеп, ребята. О, бортовой прицеп у нас появился. Прицепчик такой. Вторая пара. О, там, ребята, еще и в салоне подсветка есть приборов. Светится там так ярко. Ну да. Так, давайте бортовой прицеп. Доски. Офигенно. Офига ж, колеса разъехались в разные стороны. Это, блин,
такие диски внутренние без покрышек. Ладно, снимаем. Давайте боковой прицеп мы скидываем. Прицеп даст шишиевский прицеп, ребята. Так, прицеп пока. Опа! Кухня, ребята. Кашу заказывали. Так, и пушка. Есть такая штука. Короче, еще и пушку. Это солдат можно покатать с пушкой. На учение куда-нибудь вывести. Так. Это мы с запаской прошлись. Так, снимаем запаску. Пошли дальше. Баллоны. Вот такие вот баллоны ставятся. Газовое оборудование ГБО. Так, ладно, баллоны. Ручка. Как можно на баллонах ехать. Так. Платформа. Пожар безопасно вышло. Два. Так. Пожар безопасно вышло. Где-то я тут вот. Маячки. Маячки. Так, второй тебе выход ко второй. Так, вот там два, ребята. И платформа с баллонами. Интересно, баллоны тут двигаются. Это. Хе. Опа. Все, ребята. Можно тоже антистатическое. Цепок сзади висит, антистатик. Все, анимашка. Грузовички. Баллончики, все. Ребята, грузится. Платформа с баллонами. Так, скидываем. Дальше пошли. Без запаски. Что-то у нас бортовая, ребят, платформа. Такой вариант. Тоже грузится у нас доски. Ух ты, ёшкин кот. Прикольно. Офигенно. На все борта, ребята, свои эти самые грузовики. Так, ну-ка. Два. Тут все с анимашкой, естественно. Завести. Бревнышки. Двачка загрузки. Обалденно. Так, скидываем. Топли не смотрели. Выхлопа. Фургон. Вот, ребята, фургон. Что дает? 700 очков ремонта. Тут вообще, короче, нашпигована машина. Выше крыши. Так, скидываем. Фургон смотрели. Пунк. Ребята, вот такой ставится. Прикольно. Кстати. Куда давайте заглянем. Эй. А, ну вот. Там тоже все в салончике видно. Пункт. Пункт. Скажем, с молоком. Защита. Второй рук. Гаражные части. Это мы смотрели. Вахта. О. Вахту мы еще не смотрели. Тоже, ребята, все там. Прикольно, все видно. Ай-яй. Вот, ребята, все тут есть. И люди садятся. Опа. Два часа загрузки, ребят. Прикольно. Ну и таблички, наверное, люди сюда ставят тоже. Где она есть-то? Скажи. Вот, не вижу. Канистра, табличка, люди. Гаражной части. Хотя можно, в принципе, было, конечно, сюда переделить. Ну ладно. Так, выход надо снять нам. Снимаем. Маячки. Снимаем. Так, вахта была у нас, да? Я на есть-то елки-палки. Так, есть вот вахта. Вахта, да? Багажник, канистра, лебедка, люди, маячки, пассажир, шторки, утеплитель, ведро, вентилятор, защита, фар. У меня опасно. Это что? Ага, табличка на двери. Отвал, самосвал, бортовой прицеп. Все остальное посмотрели, да, мы? Угу. Ну давайте, что, поедем тогда? Я думаю, что сейчас поставим. Посадим мы сюда этого чебурека, где он у нас второй. Вот он. Так, табличку. Гаражная часть. Где солдатика сейчас запихнем? Где солдатики? Бортовая, как она там называется? Там, блин, мекунг. Гаражная часть. Чем за запаска? Они запаской ставятся. Ставим запаску, ребята. Так, и гаражные части, там где солдатики сидели. Так, убираем это,
поставим солдатиков, ставим табличку люди. Давайте, где это люди? Так, люди, где? Вот она. Что вот люди поставим? Прилетели, бедро повесим. От вам будем ставить. И пуху. Во. Нет, лучше давайте не пуху. Лучше давайте кашу. Кашу бойцам. Во. Отвал что-то еще можно пиндюрить. Багажник можно поставить. Так. Опа. Еще багажничек такой прикольный. Кстати, его я и пропустил. Так, еще там запас. Ну-ка, где боится? И багажник, это с огнетушителями багажник, а где защита кабины, что ли, как она называется, защита кабины. Вот волнение стоит. Так, а дверь надо закрыть, я типа дверь, ты где? Дверь, защита фар у нас сделана, игру у нас висит. Все, ребят, вот погнали. Повезли бойцов. Бойцов на учение, блин. Все, поехали. Включаем полный привод и погнали. Вообще обалденная шушиля. Вот, ребята, вот такую надо дефолтную шушилу делать в игре. Полный функционал, все что хочешь, а не то что эта шляпа там, блин, двумя аддонами стоит, не покатать, не поиграть, ни хрена не сделать. О, подвесочка как вообще, она как живая машинка, она обалдеть. Вот что надо в игру, блин, они какую-то там шнягу шнягу запихнули. Машина говно, два аддона, а здесь миллион аддонов, миллион функционалов, все обалденно красиво. Так что всем, ребят, советую, блин, есть у кого возможность, приобретайте данный мод. Мое мнение, как бы, просто мод офигенный. Дефолтная шишига просто курит нервно в сторонке, наверное, сейчас. Обалдеть. И звук обалденный, ребята, освоили. Офигеть, автомобиль. Красота просто неописуемая. Давайте грязюка шишига. Ух, как он влепит. Обалдеть, ребята. Все, и рама там на изгиб идет, вообще классная анимация сделана. Рома, пятерка тебе с плюсом, просто мод офигеннейший просто. Ну как бы другого я и не сказал бы. Все, солдаты едут на учение. Тормози. Надо где-то скрин красивенький забабахать. Забабахаем. Блин, уйти. Все, повезли парней в армию. В армию повезли. Как раз веселье привели, сейчас весна. Офигенный, ребята, мод просто, просто офигенный. Сразу скажу, ценник, ребята, приемлемого мода. Это узнавайте у автора мода. Как бы ссылочка на него будет выложена под видео на канале, также в группе. Можете в друзьях найти. У меня в группе. Ссылочка на мою группу будет также под видео.
на канале. Блин, вообще. Шикардос, шля вообще, а? Ох, приятно кататься. Не то, что на дефолте. Обалденно, привет, тачка. Блин, скриншот, скриншот. Стой. Давай тебя как-нибудь поставим. Чтобы было видно. Кашу, чтобы было видно. Блин, да как же так. О. Сейчас, ребята. Скрин. Все. Давайте сейчас солдатов мы выгружаем тут. Поедем дальше. Не с солдатами давайте. Так. Что мы там делаем? Скидываем мы гаражные части, да? Гаражные части скидываем. Так, кашу. Кашу давайте скинем. Кашу скинем. Поставим бортовой прицеп. Поставим вахта. Где она есть? Что-то там надо поставить с вахтой. Запасное колесо надо снять. Снимаем. И... Вахта, ты где? Вахта есть у нас. Вахта. Давайте колесики. Ну-ка. Что тут у нас? Шоссейные. Нет, не хочу шоссейные. Хотя тут смотрится прикольно. Так, видно. Давайте пиндюрим. Отвал. Я даже не знаю, отвал не будем. Давайте загрузим ее. А, вот запаску можно убрать, например, отсюда. С крыши. Это что у нас? Защита кабины, наверное, да? Ох, Рома, сколько тут аддонов. Мама, не горюй. Просто вообще шишига-зверь. Это, да, не дефолт. Так. Защита кабины есть. Так, убрал багажник. Давайте багажник такой поставим. И поехали грузиться. Грузиться. Скинем сейчас эти. Ну а что скинем? Выключим свет просто вот. И закроем. Где они? Капот. Защита фар. 3. Вот так вот. И все. И загружаемся, да? Что-то, наверное, нажать надо. Ой, нарисовали нормально. Ё-моё. Так, много люди. Делайте люди. Так, и доски. Оп, все. Вот, ребята, вот в таком макаре. Поедем. Поедем. Народ. Прикольно вообще. На солнышке ее сфотографировать, заскринить. Давайте сейчас развернем ее, как говорится, к лесу передом, ко мне задом, да? Вот такой, ребята, скрин сделаем. Отличненько. Все, погнали. Не, вообще шикарные, ребята, шикарные, да? Вот такие, ребята, должны быть дефолтные машины в игре. Они полторы шляпы, которые там присутствуют. Вот такую шишуру, вот, блин. А, чёрт побери. Посадили. Шишили, давайте понижайку. На повышенной передаче, ребята, никогда по грязи не ездите. Машина всегда будет буксовать. Едьте либо на автомате, либо на понижайке. А то некоторые снимают обзоры на повышенной передаче, они хотят пропилить по грязи. Никогда по жизни машина не пойдет. Это повышайку можно использовать. Либо минимальная грязь с
совсем, либо подъемы в горочку, чтобы машина не захлебывалась, но никак не в грязи. Либо понижайка, либо автомат. Автомат, если не едет, то включайте понижайку. И все. Вот, например, хоп, идет подъем. И через повышайку машина спокойно войдется на повышайке. По грязи на повышайке никто никогда не едет. Поэтому она в игре всегда буксует. Так что, если, ребята, смотрите где-то обзоры, там ездят на повышайке, имейте в виду, что там проходимость машины от этого не зависит. На повышайке всегда машина будет буксовать. Вот. А так автомат. На автомате, если в грязи уже встала машина, пользуйтесь понижающей передачей. И все. Так, ну что, можно эти, в принципе, нам скинуть. Давайте тут прицепим какую-нибудь топливную пургу. Где прицеп у нас был? Вот он, держал его. Так, что у нас вахта стояла? Вахта-то где? Ох, 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 вахта, вахта. Блин, мышка тупит. Тупит мышка, ребята. Мышка тупит. Так, что я хотел поставить цистерну? Цистерну. Топливную, где она была? Или молочную? Нет, молочную не будем ставить. Поставим, давайте. Все-таки топливную. Топливная цистерна. Запас надо убрать. Поставить. Цистерну. Выхлоп. Вот так вот. И давайте уберем с крыши вот эту, мы поставили. Тут что у нас стоит, е-мое. Как всего тут много. Всего много. Много. Багажник снимаем. Так, а багажник 2 это у нас. Кунг надо. Давайте поставим просто тупо мигалки, да и все. Бензовоз все-таки у нас тут чик. Просело, ребята, да, все видели. Стерночка при нагрузке просаживается. Давайте их пиндюрим какие-нибудь колеса. Шоссеечки можешь попробовать. О, давайте на шоссеечках маханем. Маханем на шоссейках. Защиту. А где она есть? Так, так, так. Кабины, руль. Так, защита. А, блин, как она называется, забыл. Вот она. Давайте без защиты прокатимся. Полюбуемся на нее вот так. О, все, погнали. Да, конечно, вот анимация и рама как дымится, тут вообще просто ходуном ходит, как вообще, как в реале. Не-не, ребят, мод офигенный, мне очень нравится, не знаю, как вам, кому нравится, кому не нравится, мне очень нравится. Если изначально бы в игре была такая дефолтная шушира, я бы на ней только и рассекал. Проходили, смотрите, грязюка есть, пойдет на автомате, свисток поставит. Так что по грязи на автомате ездите, либо на понижайке. На повышенной передаче, повторюсь, никогда не ездите, машина всегда будет буксовать. Повышенная передача только либо для минимум грязи, либо для подъема куда-то в горку, например. Или чтобы она не перетрутилась, когда что-то тяжелое везете на пуском уровне. А так на автомате, либо на понижайте грязь лезть. Вообще обалденно, что она копает. Right.
Давай-ка тут пойдем, будем цеплять краем бровку. Давай. Смотрите, нифига пролезла бачком, все прошуршало, просвистело. Давайте еще один завод щелкнуть. Такой скрин сделаем. Так, ну что, давайте что-нибудь переставим еще опять же. Старые колеса поставим. Так, скинем сейчас цистерну. Я надеюсь, топливная цистерна, ты куда делась? Сейчас мы там найдем. Книга. Топливная цистерна снимаем. Так. Пум-пу-ру-рум. Сразу, пожалуй, безопасный выход слетел. Хлеб. Хлеб, маячки уберем. Поедем на хлебоводе, короче, ребят. Поедем хлеб. Не, блин, шикарно, сурма вообще, я просто офигеваю. Тачка просто супер. Проходимость отличная, донок миллион. Ребята, очень приятно, красиво. Можно ее нарядить и кататься прям в удовольствие. Сама анимация прикольная. Не знаю. На меня, по мне, так вообще машина просто идеальный 66-й газон. Давайте прям на нем сейчас. Потихонечку. Помаленечку. Ура. Отлично, полет отлично. Вот это, блин, шишига, ну такой приятно даже и по карте кататься. Все, хлеб доставим, ребята, вовремя. Преград, походу, не существует для этой шушии. Обалденно, ребят, шушига. Кстати, после нее я вот постараюсь записать обзорчик на ГАЗ-34. Тоже будет, ребята, приватный мод. Приобрести тоже сможете также уронить. Можете проходить по ссылочке. Ссылочка будет под видео на Романа. И по поводу приобретения все вопросы туда. Мне можете не писать. Я буду, если будете мне писать, я либо не буду отвечать на ваши сообщения. Также в товаре будет машина стоять. И ссылочка в товаре. Ребята, не пишите мне, меня заинтересовал товар. Там будет ссылка, сразу смотрите, будет ссылочка в товаре на автора мода. И будете по ней проходить, и с Романом уже по поводу приобретения данной шишиги разговаривать. Мне вопросы по поводу данного 66-го задавать не надо. Хотя она у меня будет стоять в товаре, там в товаре у меня будет, ребята, ссылка на автора, по которой нужно будет проходить. Так что все. Как бы все вроде объяснил. Смотрите, ребята, видосы, кому интересно, и слушайте, что на обзорах обычно говорится. Поэтому если кто-то будет писать и я не буду отвечать на вопросы, значит, где-то упущение с вашей стороны, где-то я об этом говорил на обзорах, но вы просто этого не видели, не досмотрели. Поэтому как обычно. Просто, ребят, нет реально времени чем-то заниматься, писать обзоры, там что-то дорабатывать, моды какие-то там, и плюс семья, домашние дела, и поэтому уж извиняйте, как говорится, по возможности, да, буду отвечать. Ну, а так, в принципе, так, ну давайте еще
наверное, снимем. Хлеб у нас, где он? Есть этот хлебовоз. Хлеб снимем. Фургон. Кун. Кун. Там что-то на запасное колесо. Подъезжаем. Кунг. Давайте поставим кунг. Уберем вот эту лабуду. Откроем сразу, наверное, все. А, надо пассажира, наверное, вытянуть. Пассажир. Ты где, пассажир, есть? Пассажира вытянем. И откроем все эти у нас три. Поднимаем кабину. Открываем двери. И капот. Вот. Вот так он пока еще делаем, ребят, скрин. Вот такой скрин. Вот, ребята, это получается мы сделали, сейчас записали обзорчик на ГАЗ-66, автор мода Рони. Данный мод, ребят, приватный. Ссылочка на автора будет под видео. Приобрести вы сможете, именно договорившись с Романом по поводу приобретения. Так что проходите, ребят, по ссылке. Также будет в группе в разделе товаров у меня лежать обзорчик, информация на данный мод, где будет ссылочка Романа. Прям заходите туда, там будет ссылочка на видео, описание мода и ссылочка на автора, по которой вы будете проходить и задавать вопросы по поводу приобретения Романа. Так что вот, ребята, такой обалденный мод ГАЗ-66 был на обзоре. Стоимость мода вообще, могу сказать, что там мало-мало стоит. Поэтому всем, кому интересно, ребята, обращайтесь к Роману и решайте вопросы по поводу приобретения. С вами был, ребят, Драйвер 51 Рус. Еще раз повторюсь, в группе у меня и на канале будет два розыгрыша. Один по группе, как только наберется 2000 подписчиков. Второй будет, как только будет 2000 подписчиков набрано на канале. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, ставьте лайки, делитесь видео обязательно, делайте репосты. Будут разыграны две Steam лицензионные игры. Так что мониторьте все, смотрите видосы. Информация вся обычная в видео, по большому счету. Я там нигде не выкладываю, что будут розыгрыши. Как только будет 2000 подписчиков на канале и в группе, состоятся розыгрыши и по каналу, и по группе. Будут лицензионные стимовские игры. Так что все. В принципе, по обзорчику у нас все, по всей информации все. Ссылочка на Романа будет под видео на канале. Также у меня в группе в разделе товаров под товаром ГАЗ-66 найдете. В принципе, там у Романа есть еще товары, как бы, да, можете по ним проходить, по ссылочке все там в товарах есть, поэтому проходите, мониторьте, задавайте вопросы Романы по поводу приобретения. Мод обалденный, мне очень понравился, нареканий никаких, тачка просто зверь, обалденная шашига, я бы с удовольствием ее хотел бы наблюдать в качестве дефолтного автомобиля в Спинтересе, чем, как бы, то, что сейчас там присутствует. Вот. Ну все, с вами был Драйвер 51 Рус. Всем удачки, ребята, и пока.